Идем в зоопарк. Ну вот, посмотрим, что тут есть. Здесь на территории обещали шоу крокодилов, обезьяний шоу и шоу слонов. Не знаю, пойдем мы или нет. Пойдем пока просто смотреть клетки с животными. Кокоду. Смотрите, Саш. Дим, вон кокоду. Максима, видишь, если много есть, то можно превратиться вот в такую вот шоу обезьян. А вот они. Зоопарк небольшой, на самом деле все экскурсии в Таиланде. Это целое испытание, потому что очень жарко и ходить по жаре. Вот сегодня пасмурная погода, но тем не менее очень душно. Если бы еще было солнце, то удовольствие бы вряд ли бы мы смогли получить. Что Дим потрогать? Можно, конечно, не бойся, потрогай. Сейчас ждем, и вот в 1:30 начнется представление слонов. Пойдем посмотрим. Из животных тут только обезьяны, слоны, крокодилы. Есть олени и пару козочек. Но, в общем, не очень большой арсенал этих животных. Вот. Ну, детям интересно, можно съездить. Идем на шоу слонов. Из животных здесь, кроме слонов, вот такие вот статуи. И все. Душно, конечно. Очень жарко. Одному детенышу страшно, второму нужно срочно на крокодилов попасть. Но в целом время хорошо проводим. Саш, тебе нравится в зоопарке? Да, я пошел на крокодила. Саш, никуда не ходи далеко. Здесь вот хорошо. Тенечек, можно здесь посидеть немножко, хоть освежиться, иначе голова болит.